Здравствуйте! Разговоры по сотовому телефону за границей подешевеют. Со 2 апреля станут меньше траты тех, кто отвечает на входящие звонки со своего российского номера в Турции, в Египте, Испании, Кипре, Болгарии, Черногории, Корее, а также Литве, Латвии и Эстонии. Снижение базовых тарифов в 26 странах обещает оператор сотовой связи МТС. Минимальная стоимость минуты разговора за рубежом составит 25 рублей, передает российская газета. Другой оператор Вымпелком, известный под торговой маркой Билайн, скидок в роуминге, скорее всего, не предоставит. Однако есть возможность подключить специальные услуги. Благодаря им стоимость входящих вызовов в странах Европы и СНГ снизится почти на 80% и составит 19 рублей в минуту. Минимальная стоимость исходящих вызовов – 25 рублей. В любом случае, прежде чем ехать за границу, стоит поинтересоваться у своего оператора, какие у него тарифы на разговоры в конкретной стране, советуют эксперты.